трансляцию на Twitch. Twitch это игровой сайт, по-моему, как я понял, да, все в игры играют. Но я вот решил затестировать. В Битстриме есть трансляция на Twitch. Сравнить с трансляцией на YouTube. Все было бы хорошо, но звук подергивается, хрипит. Послушайте внимательно. Хрипы, это не у меня проблема с микрофоном. Нормальный микрофон, может быть, единственный небольшой шум, может быть. А там просто такой хрип постоянно на YouTube. Отвратительный. Как, что с ним делать, я еще не разобрался. Так, ну что ж, минута прошла. Думаю, достаточно тестирования. С картинкой, как я вижу, все в порядке. Так, ты... Да, все отлично с картинкой, а вот со звуком я не очень уверен. Может быть, Twitch можно использовать для трансляции. Вроде как мне показалось, на Twitch меньше хрипов во время звука. Пока.